Проверка тормозов. Каждый раз, да? Каждая машина, которая на ТО заходит. Как наши показатели? Посмотрим. Нам сейчас надо пойти пошатать на гидроплите. Тут у нас хождение в норме. Угу. Печали. 21% разности. Это много. Это уже мало. А, это мало. Просто смотрю, красненьким горит, поэтому... Сейчас я вам расскажу. Это получается 20%. Ага. Она будет гореть зеленым. А, чуть то больше? То есть вода попала в колодки, может быть. Ну, очень капризный роликовый стенд, как бы. Ну, то есть 21, это все отлично. Да, и просто когда по овальности смотрели, вы там желтые, видели, да? Да. Вот если вообще не тормозит колесо, то есть стрелочка будет лежать. Угу. Так-то, ну, хорошо. Норм, все хорошо. Да. Ну, отлично. Как происходит процесс? Механик получает в руки заказ-наряд, соответственно, вот, в котором уже заранее сформирован перечень работы запасных частей. Дальше механик работает строго по технологической карте, в которой включены пункты о проведениях его операций. Угу. Пункты могут, так как это флекс, опять же, вот у нас гибкое обслуживание, пунктов может быть разное количество, в зависимости от пробега. После того, как пункт выполнен, соответственно, механик переходит в выполнение другого пункта. Вот. Все неисправности, которые найдены при проведении данного пункта, заносятся вот сюда, в дефектную ведомость. Вот здесь уже указана активная ошибка в контуре реагента. То есть где-то разрыв цепи есть, то есть это нужно проверять, смотреть. Вот таким образом проходит ТО. Вот в принципе и все. Система сама грузит вам нормативы и запасные части в зависимости от пробега. То есть не вы составляете, все делается компьютеризировано. Да, мы составляли до этого, когда было периодическое обслуживание, то есть МЛС, то есть там уже заранее был регламент, вот четкий регламент с работами, запасными частями, четкий ценник, то есть это были платные ТО. Вот потом, когда пошли уже контрактные ТО, там сервисный контракт, не флекс, а просто там драйв, например, Оптима, там уже та же самая история, вот, только там уже все вы заранее видите, то есть конкретно чего, сколько делается. Здесь все грузится в зависимости от пробега. От пробега. Да. Все. То есть это гибкое ТО. Все, поняли. Рамки У нас вот видите, камушками рамка покоцана.
А где рамка? Отдал мастер. А, мастер нам их. Ну потом их заменит. Там красивая такая. Ну, пока идет комплексная проверка. Вот этот момент самый стрёмный. Да. И что там? Он чистенький, я так понял? Нет. Если был бы чистым, нет. Так просто не видно. А вот фонарь, да, видно? Ну да. Ну да, он на дне. Все будет выкачивать. Да. На дне осадок есть. Но грязь все равно туда попала, но немного. Мы думали, намного хуже будет. По такой пыли гоняли, что. Ну да, еще. Вырках старых, да, он уж снизу, да, так. Да, пылесос страшно, да. А здесь, да, хорошо, что забор-то сверху идет. Вот оттуда. Процесс пошел. Не, это не пять сюда. Поехала скамейка наверх. Сейчас мы заглянем под низ. Интересно, да, подъемник? Но. Стальничек. На этом. На коренной. Ага. Вот она и причина. Вот она. Ну, если туда посмотреть, вот в эту сторону, с угла, ну, наверное, темно, не видно. Сейчас подсветим. Крутит и начинает сюда раскидывать. Сначала масло. Угу. Ну, 5 литров здесь масла точно нет. Ну да. Процесс пошел, надо делать. Угу. Ну где у нас тут что? Сальничек коренной, да? Фонарика можно посветить туда? Ну видно вот. Но. Вот она и причина. Я думаю. Ну диапитон сюда не вытекло, это точно. Но. Но то, что потек, ну, есть. Ну, как бы процесс пошел, да, это спорно нет. Сливать масло. Опа. Сколько у нее входит? 41 литр. Ну да, удобно так, не надо бочку подставлять. Но. Красиво так.
Кольца эти, я так понимаю, уже под замену идут, да? Да, да. Там идет центрифуга. Центрифуга, это колечко. Только что крышку вот эту помыл и все. Ставим новую. Будем сливать. С коробки тоже будем сливать? Нет. Не меняем этот. А редуктор? Нет. А, это просто проверяем, да? Да, проверяем. Ага. А, я думал, в этом ТО тоже меняем. Это, наверное, в прошлом. Да, мы же в прошлом меняли, точно. Все, уровень. Проверка уровня масла в коробке, в редукторах. В редукторе. В редукторах. А это что меняем? Фильтрово, здесь топливного бака. Ага, тоже под замену иду, да? Да. Пакет купленный, нас там нет. Один здесь, другой на втором баке. А, прям на баке, да, справа. Ага. Они приклеиваются, я так понял? Да, на скотче на двустороннем обычно. Нормально. Огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Старые. Фильтруют воздух, заходящий в бак. Горловина закрыта, и сюда заходит воздух для... Сейчас пойдет смазка. Полезло. Ага. Шкварня мажем. Да? Больше ничего не мажется в ней, да? Только шкварня. Ну, была бы она барабанная, тогда бы... Ну, ну это понятно, понятно. Да. Ну да, четыре масленки.
Ну и все. Внизу все работы закончены. Можно опускаться. Вот видите. Сейчас выстоит. Сейчас выстоит сколько надо литров, да? 41. И все. А я думал, через ту переднюю заливают. Да, для водителя. А это для СТО, да? Как раз сделали, да, там для водителей. Ну да. Побежала маслица. 41 литр. Снимаем клапанные крышки. Пошел. Зажим динаметрическим специальным усилием. Раз, а потом ключом зажимаем. Все, специально. Ну, все ясно. Метка на первый, да? Это первый, да. Но... Ну, есть таблица специальная. Угу. По таблице все это крутится. Следующий второй будет. Или нет, они как-то... Так, сейчас мы сделали первый. Первый. Следующий у нас будет пятый. Пятый. 153-624. Порядка. 153-624, да? Все понятно. Итак, каждый клапан. То есть каждый цилиндр, вернее. То есть вот 0,7 свободный. Угу. 0,75 свободный. Какой-то зазор вымерить нет, проверил большой. Все, опускаем. Все смазано, седло смазано, чуть-чуть подтянули, чуть-чуть подбивало у нас. Крылья, да? А, эту защиту одеть, да?
поднять, задеть защиту, закрепить крылья, и, в общем-то, мы готовы. Опять поехала вверх. Конец сервис на 11, теперь мы уже стали. Осталось. Вот раз, два, три, четыре, пять. Пять саморезов. Все, теперь они будут стоять мертвым. Саморезы, клепки. Ну, клепки, вернее. 9:30. Машина готова. Там будем выезжать. Все. Кормилица готова. Бой. Спасибо, Скания Ногинская.